Вот мы вышли в 12 часов ночи на улицу. Ну, везде хлопают и хлопают и хлопают. Уже дома приехали мы, на елке были. Там раздавали Евангелие. А сейчас вот тут не видать. Сейчас только хлопали, пока я тут рукавицы снимал, уже закончилось. Ну, в сполохе, видать. А там видно, даже по небу вон кто-то летит. Где летит? Вон точка летит. А я не вижу ее. А вот, под это, под проволоку, смотри. Что, птица летит? Ну, почему? Самолет, что ли? Вот оно что. Это деньги большие. Китайская, говорит, премудрость. Ну вот мы стоим здесь рядом. О, весь город. А во всем мире-то сколько сейчас? Новый год, Новый год. А уже через неделю все забыто. Тоже старое. Где? Тут можно снять-то еще. Нет, не видать ничего. Не видать. Ну там вдалеке где-то видно. А, вон я далеко-далеко. Вон тоже. Вон справа. Ага. Слабовато. О, сколько хлопушек-то. А что там теперь на елке делается? Там тысячи, наверное. Ой, ой, ой. Ужас какой. Как люди радуются. На один шаг ближе к смерти подошли. О, подожди-ка. Закрой там, давай я зайду. Открой меня, запусти. Все.